первому домашнему матчу нового волейбольного сезона омские кошки успели накопить внушительное количество побед. Сначала команда Зорана Терзича провела два выездных матча в рамках чемпионата России, обыграв поочередно саратовский «Протон» и подмосковное «Заречье Одинцово», а затем пять матчей без поражений в рамках предварительного этапа Кубка России. Поддержать победное настроение омичек и пожелать удачи в новом, непростом сезоне накануне первого домашнего матча решил глава региона Виктор Назаров. Мы там давайте заряжаемся на завтрашнюю игру. Ну и, конечно же, у нас впереди это, Лига чемпионов, я думаю, Лигу четверг мы однозначно должны войти. А мы уже будем тогда пытаться на Лигу, чтобы провести игры четверг здесь, там, на конкурсе выйти. То есть я просто план, может быть, фантазирую немножко, но стремиться к этому будем. Жалобы, предложения, недовольство или что-то помочь, говорите. Все так все хорошо, что ты молчишь? Ну, все хорошо, да. Да? Сейчас команда маленький подарок. Да вы что? Спасибо большое за встречу, то, что вы смотрите на нашем успехе. Да? И ждем вас обязательно на наших играх. Ну тогда традиционный поцелуй? Конечно. Это вам за ваши победы, за ваши выгоды. Настроение у команды очень такое боевое, девчонки настроены на серьезную игру. Завтра первый домашний матч, команда «Факел» очень сильная команда, они тоже в этом году серьезно усилились, хотя они называются уренгойской командой, но тем не менее они тренируются, проживают в Москве, финансирование клуба очень достаточно серьезное, и поэтому у нас завтра будет есть за что побороться. И у нас, конечно же, мы, если честно, то специально сегодня приехали для того, чтобы девчонок поддержать, настроить их на завтрашнюю игру, потому что мы не зря спрашивали, вот когда мы там кричим с трибун, вы слышите, что это на поле? Они говорят, слышим, но внимания не обращаем. Говорят, мы профессионалы, поэтому решили сегодня им сказать о том, что мы рядом с ними, что мы готовы их поддержать и будем болеть за них. Завтра поболеть придете? Если не улечу в Москву, то обязательно. Обещание поболеть за омских кошек в первом домашнем матче губернатор сдержал. Заполнила трибуны СКК «Блинова» 11 октября и соскучившиеся по волейболу армии омских болельщиков. Итак, омичка «Факел». Самой сложной в этом трехсетовом матче получилась первая партия. Команды стартовали с обоюдоострой борьбы, оценивали силы друг друга, не отпуская соперника далеко вперед. Волейбольные качели прекратились ближе к концовке сета, когда кошки разыгрались и довели партию до победных 25-22. Я думаю, что именно командные действия, где-то защита плюс атака в доигровке, вот такие моменты, когда достаешь защиту и их забиваешь, они очень подстегивают дальше играть, и адреналин и эмоции как бы помогают в этом. Адреналин и эмоции помогли омичке и во второй партии 25-18, и в третьей 25-22. Первая домашняя победа, болельщики в восторге, волейболистки на подъеме. Спасибо зрителям, поддержке, потому что очень хорошо поддерживали, очень приятно играть при таких трибунах, когда народ болеет, заводится, очень приятно. Следующий поединок наша команда проведет 19 октября в СКК имени Виктора Блинова. Соперником омской дружины станет команда «Тюмень-Тюмгу». Начало матча в 17:00.